чтобы человеком оставаться, не нужно быть богатым и большим. Достаточно помочь в беде стараться, не мстить и не завидовать другим. Достаточно не поучать часами родных и близких, лучше их обнять. И смысл не расправиться с врагами, а смысл, чтоб прощать и отпускать. А чтобы человеком оставаться, не нужно кубок выиграть совсем. Достаточно прохожим улыбаться и не бояться собственных проблем. Достаточно беду чужую встретив, лишь равнодушно мимо не пройти и понимать, что будущее в детях, что в любящей семье должны расти. А чтобы человеком оставаться, общаться с Богом чаще нужно мне. Не подлостям, не злу не удивляться, а просто быть самой добрей вдвойне. И если кто-то камень бросил в спину, то тем же никогда не отвечать. И все свои сомнения откинув, поверив в счастье, снова жить начать. Не упрекать, не льстить, не прогибаться и не в вине, в душе искать ответ. А чтобы человеком оставаться, светить должны, не ставя счет за свет.